Какой твой любимый фильм или мультфильм? О чем он? А ну-ка давай-ка. Там всякие пранки, и там можно... И там много пушистиков. Пушистики — это так называются кошечки. Путешествие про муравья. Этот мультик, где муравьишка залез на березу, его сдуло ветром. Ему все там помогали. Ему нужно было вернуться домой до захода солнца. Энканто и Один дом. Ну, жалко, что Один дом удалили. Там есть о доме, который... А у девочки одной было нет сил, а у других есть все силы. Снежок, Ябл. Там про волка и заяц, потому что волк за зайцем гоняется. Дети и мама зайчиха. Они дома сидели и папу ждали. Три кота. Иногда они хулиганят, а иногда и нет. Они еще там хотели приготовить салат и всякого вкусного, что они любят. Жизнь невкусно. А папа сказал, они хотели родного папу отравить. Фиксики. Там есть персонажи Фиксики. Они чинят приборы. Почему ты выбрал именно этот мультфильм? Потому что он веселый, и там много пушистиков и кошечек. Потому что муравьишки там всем помогали. Потому что там хороший конец. Там у них развалился дом, но они начали сами все собирать. И все началось, все сначала, новыми красками все заиграло. Там добро побеждает зло. То, что я люблю котов. Потому что они рассказывают о новом. Ты бы хотела оказаться в этом мультфильме? В роли кого? Я бы хотела стать Моркой, потому что она веселая кошечка. Кузнечиком. Я бы ему помогала пыль прыгнуть за бор. Я бы хотела оказаться, ну, там цветочной, которая... Всякие цветы вокруг. Зайцем. Я бы был бы папой. Детям еду приносил. Кошечком. Я бы делал тоже раз с друзьями уходил на улицу. Наверное, ноликом. Пошел смешной. Я бы пошел в миксер. Заряжалась.